Я надеюсь, что через 5-7 лет Красноярск сможет начать строительство метрополитена, и для этого будут созданы необходимые и финансово-бюджетные, и, собственно, транспортные условия. Почему еще говорю, что требуется некоторое время? Совершенно очевидно, что строительство метро не снижает принципиально количество транспорта на дорогах. Учитывая то, что уже сегодня Красноярск испытывает очень серьезные трудности с проездом в самых разных частях города, особенно в часы пик, то, конечно, нужно в качестве первоочередных, если даже хотите антикризисных мер, нужно построить некоторые дополнительные транспортные развязки, транспортную инфраструктуру, чтобы эти проблемы разрешить. Вот тот же мост, о котором мы говорили, он для развязок. Реконструкция второй Брянской и Брянской развязки на Брянской тоже. Еще потребуется ряд транспортных развязок, которые должны быть построены. Это тоже очень большие вложения. Вот сейчас мы их сделаем и будем готовы к строительству метрополитена.